Сейчас мы не материмся, вставляем вату, да? Да. Пружинку мы уже накрутили. Тонковато получилось. Давай еще мотнем, проблем-то. Можно и мотнуть. А можно и промотать. Кончик желательно мочить. Как-то кончик мочи, а не вот. Главное, правильный пинцет. Ну это да, как инструмент 95% успеха. Да, да. Ничего кроме нас. Так, теперь что делаем? Теперь вот эту штуковину ставим. Здесь что важно? Здесь, во-первых, попасть, ну, вот как бы, как идет ватка, так и прорезь параллельно вставлять. И дальше секрет от меня. Может, не будем выдавать? Скажем, только платно? А, ну ладно. Ладно, выдавай. Подписывайтесь. Короткая смс 5252. Забыл смочить. Секрет заключается в том, что когда вот это вот ставите внутренний купол, не надо его сажать до конца. То есть вот он попал на о-ринг, и все, и дальше не трогайте. То есть когда будете закручивать верхний колокол, он встанет так, как надо. Вот здесь мнения разделились. Первые говорят, что надо какие-то скобки ставить, вторые говорят, что ничего не надо делать. А какое наше правильное мнение? Третий просит сделать максимум. А третий я делаю такие два маленьких кусочка. Толстовато получилось, сейчас потоньше. И кладу их вот так вот, прям сверху, чтобы они чуть-чуть не доставали до спирали. Ну, по крайней мере, мне так нравится. Лучше пропитывать, да? Здесь, когда купол закрываешь, то если вот в этих прорезях будет слишком много жижи поступать, то, ну, смачиваем обильно, то будет хлюп. Даже, наверное, не хлюп, а течка. Поначалу я мучился сильно с этим. Пока вот не достиг вот этой вот штуковины, не знаю, насколько это правильно. Здесь тоже есть маленькая хитрость. Ну, опять забыл смочить. Новый, абсолютно новый. Вот, только пришли. От Фаста. 100% оригинал. По-моему, 146. Чиринник. С золотой карточкой. Вот здесь тоже что важно. То есть вот когда ринг прошел, да, слишком сильно затягивать не надо. То есть вот бытует мнение, что надо до конца закрутить. Вообще не факт абсолютно. То есть до момента, когда началось так тудненько, и она так немножко вата начинает вверх подниматься. То есть в принципе этого достаточно. Дальше волшебные ножницы. Здесь не знаю, как резать. Каких-то я еще не вывел никаких. Формулу не вывел. Я обрезаю по вот этой, по большой резьбе. То есть это порядка там 1,5 миллиметра, максимум 2. Здесь что важно? Вот обрезать только после того, как вы закрыли купол. Внутренний купол закрыли. То есть если вы их обрежете раньше, то когда начнете натягивать купол, то вата уйдет назад. Наверное, длинновато, но попробуем, посмотрим. Можно как попробовать подтянуть, но нет смысла. Все, теперь берем верхний купол. Заливаем так, как написано в инструкции. Здесь хитрости никакой нет, главное не перелить. Главное не как в тот раз. До оринга заливается? Ну да, до оринга. Все, дальше вот так вот поклоняем аккуратненько. Придерживаем низ, чтобы он не зажался в
батарейный блок и аккуратненько закручиваем. Так, сейчас немножко пропитается. В принципе, для, когда меняете вату, еще иногда можно сделать ход конем, чтобы был 100%, но не было гарика. Можно вот так вот сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Все оринки, когда новые, все желательно смачивать той же жижей, чтобы не было рваных орингов, резиновых вот этих колечек. Все, после того как смазали, спокойненько уже можно вставлять, ничего уже не порвется, не помнется. Вот, ну можно снимать пробу. Проверяем, у нас 15 ватт, 1,92 Ома получилось. Это 6 витков, проволока 0,3, Кантал А1 который. Дзен есть? Звучит тревожная музыка. Да, как владелец вот, в шоке сидит, как ждет. Видите, как видите, ничего не свистит, ничего не поет. Хлюпов нет, гарика нету, протечек нету. То есть, что получается? Внутренний в стакане вот эта трубка, воздуховод, он прижался к внутреннему куполу и не дает течь. То есть, если мы купол, внутренний купол наденем до конца, то, может быть, здесь неплотно будет оринг прилегать, и тогда будет течка будет. Вот из этих дырок будет выходить течь. Ну вот и все, собственно. Все, всем спасибо, спасибо Максу за консультацию.